На 13 тысяч гривен оштрафовали прокурора Драговичской прокуратуры за то, что она дала взятку. Женщине удалось избежать СИЗО, поскольку она ждет ребенка. По данным следствия, Руслана Курлятович заплатила 10 тысяч долларов полицейскому, чтобы он сообщал ей подробности расследования одного из уголовных дел. К слову, супруг подозреваемой тоже сотрудник прокуратуры. Судя по декларациям, люди они не бедные, есть квартира в Драговиче, земельный участок, дом, а также BMW X5 и 500 000 гривен сбережений. Жінка передавала хабар у кафе у центрі міста Львова у пачці з-під ліків. Було провадження щодо заволодіння майном одного із підприємств. І, власне, жінка пропонувала хабар правоохоронцеві, аби не фігурувати у цій справі.